сварила я свеклу свою. Посмотрите, как она хорошо быстро чистится. Вот. И все. Чистенькая. Так вот. Раз. Оп. Вот, все, готовченка. Интересно. Мне понравился такой чистич. Оп, и готово. Интересно, сейчас морковку буду чистить. Тоже так же будет. Ну как, хорошо чистится. Сейчас попробую морковку. А морковку фигушки вам. Нет, морковка не получается. Вот так. Такая яркая свекла. Я ее потерла. И она стала такая прям сильно-сильно-сильно хорошая. Темная свекла. Нашу протертую свеклу добавляем 70 грамм сахарного песка, 70 грамм подсолнечного масла и 20 грамм соли. Ставим на огонь, доводим до кипения. У нас закипает. Добавляя сюда маленькую чайную ложку лимонной кислоты, перемешиваю и пусть потомится минут 10. Наша свеколка готова. Промариновалась. Сейчас мы берем ложечкой и накладываем ее в баночки. Можно использовать для свекольника или для борща. Делаем небольшие баночки, пол-литровые или 450 грамм. Вот так получается. Такие баночки. А можно использовать просто на завтрак или обед или ужин. Это очень вкусно. Можно кушать просто так.